Всем привет. Это просто какая-то огромная медвежуть. Красивые козочки из живых цветочков. Когда мечтаешь о море, пиратский корабль своими руками на своем дворе. А можно на своем дворе и настоящий замок построить. Или для украшения участка трехколесный велосипед из бревнышек и веточек. Или наделать таких вот сказочных фигурок. Разных гномиков, лесовичков, зверушек. А если никак не можете дождаться снега, можно пилой напилить снеговичка. Всем удачи, смотрите мой блог и дневник в интернете.